Всем привет! Мы сегодня с вами посмотрим, что получается из ваших отношений. Мы посмотрим синергию ваших отношений, симбиоз, так сказать, ваших энергий. Что может дать для вас? Давайте посмотрим так. Вы... Он, что между вами на данный момент, что приносите вы в отношения, что приносит он в отношения. Теперь посмотрим именно синергию, что получается из этого всего, очень интересно. И посмотрим совет, наверное. Ну, уже исходя из расклада, посмотрим или совет, или предупреждение. Ну, как-то так. Или то, и другое. Тут рыцарь мечей, дно колоды. Ладно, вот так, чтобы оно у меня... Ух, какая вы справедливая тут, мадам. О, а вы никак и не иначе. Вы только по справедливости. Может, у вас есть законный брак, может, какие-то переживания есть. Или вообще тут вопрос праведного и правильного развития отношений. То есть женщина, скорее всего, не терпящая, может быть, никаких вольностей, не разрешающая себе никаких вольностей. Ну, потому что, в принципе, справедливость, она не есть горячая, она холодная. Тут мечевая карта тоже, как бы, такого напряжения. Может быть, вы сейчас в таких энергиях тоже вопросы какие-то, к примеру, могут решаться документальные или рабочие по правильному направлению, как-то так, по подписанию бумаг, еще что-то. Можете быть именно в таком. Ага, король пентаклей куда-то удалился. Ну, скорее всего, это какая-то ситуация. То ли вы отправили его за звездочкой, то ли он сам ушел за звездочкой. Тут, скорее всего, все-таки описание ситуации, что у вас вы переживаете, скорее всего, по вопросу этого человека. Король Пентаклей он. Карта Мир. Ну, эрудированный человек, скорее всего, однозначно. Или может вопрос на расстоянии, когда сложности. Тут может быть еще некие сложности, сложности с физическим телом у него. С физическим телом, со здоровьем, с материалкой. Может быть, но как-то они его обложили, пока, скажем так, обложили, обкрутили. И если брать вот кто он, к примеру, и он старается выйти из этого положения. Но если по ситуации, тут все-таки может проигрываться, что мужчина куда-то за звездочкой на другую или отправили, или сам ушел, или вообще расстояние, тут такое расстояние между вами, что вы из-за этого переживаете. Здесь конкуренция пошла, борьба. Девятка кубков. Ну, могла быть ситуация, когда вы немного реально поспорили, вскипятились. Каждый отстаивал свое мнение или свою хотелку, или как вижу я. Может быть, что все-таки каждый. Ну, или кто-то противостоял другому. Женщина вся такая, ах! И он тут такой, желающий любви. И получивший, ну, как-то нарвался. Ну, может быть. Ладно. Королева Пентаклей, боже ж ты мой, вы привносите. А он шестерка кубков. Тут пара. Боже ж ты мой. Родственные души, контракты душ. Ну чего?
Тут пара. Причем реально чуть ли не законная должна быть. Ну, чего разругались? Разругались. Пятерка. Кризисная карта. Вы кризис проходите. Вы проходите кризис или, возможно, люди еще, которые должны, ну, как бы принадлежать друг другу, но проходят кризис. Кризис очищения или поглощения, или когда они разбираются в отношении друг дружки. Влюбленные. Влюбленные могут говорить да и о выборе. То есть я хотела уточнить, может ли это быть люди, которые только идут навстречу друг другу, чтобы они стали этой парой. Оно они, в принципе, подходящие. В принципе, да. И которые потеряли, поссорились, повздорили. Как-то так. Женщине тут тяжело, реально тяжело. Вот поэтому у вас засвечивается девятка мечей и десятка жезлов. Но мужчина все-таки, я бы говорила, он подумывает о возвращении. О возвращении, потому что рыцарь жезлов. Но то, что вы приносите, почему хорошо? А если у вас зачем? Так, сейчас, подождите. Давайте теперь мы спросим, почему. Почему вы в кризис входите, если вы приносите шестерка? Мужчина иссушает тут свою природу, в принципе, страстным своим желанием в кризис входит. Вот так. Тут затягивание времени идет. Тут ускорение должно быть, а тут идет затягивание, и по этому поводу идет иссушение его природы или его ресурсов. Вот тут выходит так. Вплоть, говорю, вплоть до здоровья, может быть. Потому что идет затягивание. Должно быть ускорение. Неправильно работает энергия. Но женщина по королеве Пентаклей я не вижу здесь. Здесь есть ее решение. Две карты суда. Здесь есть десятка пентаклей при ее пентаклевой масти и при ее принятии. Ну, как-то не могу я по-другому сказать. Вот здесь женщину истощает, но истощает ее не ее действие, а затягивание энергии от мужчины. Ну, как-то так. Что для этой пары написано по судьбе? Это солнце, счастье, радость, мир. Боже, иерофант еще. Это семейная пара, скорее всего. Потерянные отношения. Третья пятерка. Кризис, скорее всего, который они должны были пройти, дабы понять что-то между собой или каждой императрица. Мужчина свою женщину, а женщина свою энергию.
Излечь через трансформацию. Тут должны были люди, скорее всего, потерять или потеряли через вообще сложные энергии. Ого, тут уже очень сложные энергии пошли. Маг, дьявол и смерть. Тройка. У них есть будущее, только они должны пройти эти испытания. Испытания в открытии своей собственной дороги, колесо фортуны, жрица. Они это должны. Король мечей закрыт тут. Тут все могло быть. При таких картах здесь могло быть любое вмешательство. Любое нехорошее вмешательство, реально нехорошее вмешательство даже, но при этом это попустительство свыше. Высшие просто, ну как бы, пропустили эти вещи для того, чтобы эти люди прошли, поняли, открыли для себя новый мир. Чтобы они открыли новую дорогу. Чтобы они ехали в одной повозке, понимаете? Вот где-то так. Когда они будут это открывать, это очень сложные арканы для такого испытания, для такого прохождения. Очень сложные. Но идут, эти двое идут в счастье, идут в открытие любви. Сейчас, как я понимаю, прохождение урока по божественной женской энергии. То есть открытие, что женщина открывает понимание в себе, правильность своих собственных действий, что мужчина открывает свою истинную божественную женскую энергию, ну или отношение к женщине своей. Вот как-то так, изучение. Но пространство сложное. При потерях пространство сложное. Сейчас идет наблюдение. Наблюдение или высших за ними, или они друг дружкой наблюдают. Восьмерка, опять уход. Скорее всего, действительно уход из состояния, от общения, потерянные отношения. Ну уж как пройдут, как пройдут. Королева кубков, дно колоды, тройка пентаклей. Работают, скажем так, работают в этом направлении. Все, счастья вам, любви, всего наилучшего и до новых встреч. Я вас люблю. Пока-пока.